Привет! Меня зовут Валерия Топольняк, и я директор компании «Премьер Тур». Сегодня мы с вами отправляемся на поиски отеля в Усть-Каменогорске. Выбор отеля всегда важен, и он зависит от цели вашего визита в наш город. Приехали вы по бизнесу или у вас туристическая цель? Что вы ищете? Отель максимальной комфортности или недорогое место для ночлега? Я постараюсь осветить все эти подробности при изучении отелей нашего города. Мы сейчас находимся на набережной Иртыша. Это одно из самых живописных мест нашего города. Сейчас весна и, конечно, не так зелено, но когда все расцветет, природа будет вас радовать своими красками. А через дорогу от набережной расположился отель «Дедеман». Отель с турецким менеджментом, с турецким сервисом и со всеми вытекающими отсюда подробностями. Скажите, а вы знали, что Иртыш – самая длинная река-приток в мире? Его длина – 4248 километров. Этот отель принадлежит старейшей турецкой гостиничной сети «Дедеман», которая была основана в 1966 году. Не так давно отель «Дедеман» «Оскимен Таврос» появился в нашем городе. Это единственный пятизвездочный отель в Усть-Каменогорске. Опытным туристам достаточно услышать имя «Дедеман», чтобы понять, что в отеле достойный уровень сервиса. А сейчас мы пойдем в отель, посмотрим номера, зайдем в ресторан на завтрак и убедимся, что отель соответствует своим заявленным 5 звездам. В лобби отеля находится большой бар, в котором гости очень любят проводить время за чашечкой кофе или за работой в интернете. Очень часто здесь назначают встречи партнерам и встречаются с друзьями. А сейчас мы отправляемся в ресторан отеля, где столы уже сервированы к завтраку. Кстати, завтрак здесь начинается уже в 6:30 утра, так что если вы ранняя пташка, то можете прийти первым и выпить чаю в тишине и спокойствии. Я всегда очень внимательно отношусь к ассортименту блюд в отелях. Изучая завтрак в «Дедемане», я обратила внимание на то, что и вегетарианцы найдут себе что-то по душе. Овощи-гриль, жареная картошка, грибы, много фруктов и даже конструктор для салатов. Ну и вообще, повар здесь молодец, ассортимент отличный. Ну где вам еще на завтрак предложат растягаи и сырники? Смотрите, есть и молочная каша для приверженцев здорового питания, для тех, кто привык есть так, как нас учила мама в детстве. Но для тех, кто не привык к здоровому питанию, есть сухие завтраки. Но это фрукты, о которых я уже рассказывала, есть и йогурты. Смотрите, какой отличный ассортимент по фруктам. Ну а вот тот самый овощной конструктор. Оливки, специи, оливковое масло, свежие овощи берете и конструируете. Ну и, как любят турки, всегда свежая выпечка и самостоятельно выпеченный хлеб. Ну а это катонский мед, гордость восточного Казахстана, и вы непременно должны его попробовать, а потом найти на рынке, купить и увезти с собой. Скоро на этом столе появится мясная нарезка. Мы видели, как повар колдует за стеклом. Ну и обратите внимание на вазы с конфетами. Шеф-повар позаботился о сладкоежках. У отельного ресторана есть одна замечательная особенность – панорамные окна. Весь Иртыш как на ладони. Вот так позавтракаешь с видом на реку, и потом весь день у тебя отличное настроение. Иртыш можно видеть и из некоторых номеров отеля. Конечно, они немного дороже тех, у которых вид на город, но тут уж вам выбирать – красота или цена пониже. Если вы курите, уточняйте, пожалуйста, этот момент при бронировании. Вам обязательно дадут номер специальный, видите, вот со спичкой и пепельницей. Набор для чая и кофе в номере будет совершенно бесплатно. Видите, вот есть чайник, водичка как комплимент, кофе, чай, сахар. А вот мини-бар будет уже за отдельную плату. Вот посмотрите его наполняемость. В ванной комнате вас ждет душевая кабина. В ванных стандартных номерах нет. Зато есть халат и тапочки. Если вдруг в номере нет халата, то попросите, вам его принесут. На втором этаже отеля нет номеров. Зато есть салон красоты, фитнес-зал, сауна и хамам. Можно и перышки почистить, и порелаксировать, и физическую форму поддержать.
Кстати, для гостей отеля сауна, фитнес-клуб, хамам – это все совершенно бесплатно. Ну, салон красоты, разумеется, за отдельную плату будет. И посмотрите, пожалуйста, какой огромный хамам. Сюда можно компанией прийти, если вы группой отдыхаете. И еще один немаловажный момент. Возле отеля есть стоянка. Если вы приехали на собственном автомобиле, то бесплатно можете поставить машину. Видите, девяточки ставят гостя, отдыхающие в отеле, на букинге. И отель совершенно точно подтверждает свой уровень. Вот такой вот он наш Дедеман Оскимен Таврос.